Всем привет! В прошлом выпуске мы с вами хорошенько прогулялись и проголодались, поэтому сегодня мы будем готовить что-то очень вкусное и осеннее. Что может быть лучше яблочного пирога? Яблочный пирог, который вы приготовите сами! Сегодня нам в этом поможет Джейми Оливер и его рецепт. Для яблочного пирога нам, конечно, понадобятся яблоки, лимон, корица, мускатный орех, обычная мука, сахар, желательно демерара и неочищенный тростниковый, и масло, не соленое. Берем 350 грамм муки, 250 грамм масла и смешиваем все это в миске. Для удобства я разрезаю масло на кусочки. Солим. Добавляем 1 столовую ложку сахара и начинаем все это дело перемешивать. Затем добавляем 150 мл холодной ледяной воды и снова перемешиваем. Делим тесто на 2 равные части, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минут так на 30. Тем временем мы берем наши яблоки, хорошо их моем, очищаем от кожуры и сердцевины семечками и режем дольками. Выдавливаем сок одного лимона, чтобы яблоки не окислялись и не стали коричневыми. Теперь мы растапливаем 50 грамм несоленого масла. Добавляем 100 грамм тростникового сахара, корицу, мускатный орех. И когда увидите пузырики, добавляем половину наших яблок. Перемешиваем и оставляем на маленьком огне на 10 минут. Самое время разогреть духовку на 190 градусов. Ну а тем временем можно начинать раскатывать тесто. Добавляем оставшиеся яблоки и оставляем их еще на 4 минуты. Выкладываем тесто в форму и сверху наши яблоки с подливой. Верх может быть разным, либо цельный лист теста, можно узоры сделать, но я остановила свой выбор на плетенке. Проходим вилкой по краям, чтобы пирог выглядел более аккуратным. Сверху можно присыпать пирог сахарной пудрой и корицей. Отправляем наш пирог в духовку на 50 минут при 190 градусах. Из оставшегося теста я скрутила круассаны, хотя, конечно, они должны быть на самом деле из слоеного теста. Наш пирог готов, значит время приготовить чай или кофе, кому что больше нравится. Зовите родных и близких, друзей и наслаждайтесь вкусом осени. Подписывайтесь, чтобы не пропустить третий выпуск, ставьте лайк, если вам понравилось это видео и приятного вам аппетита. Пока!